Двое детей пострадали в ДТП из-за нетрезвого водителя иномарки. Накануне поздно вечером в Оренбурге на улице Салмышской произошла серьезная дорожная авария. Водитель АКИ остановился на переходе, чтобы пропустить пешеходов. В это время в отечественную легковушку на огромной скорости влетел Porsche Cayenne. От удара АК по инерции наехала на пешеходов. Сразу после ДТП водитель иномарки скрылся с места преступления. Однако убежать далеко у него не получилось. Госавтоинспекторы задержали гонщика по горячим следам. Им оказался 33-летний житель Оренбурга, который, возможно, был в нетрезвом состоянии. По крайней мере, от медосвидетельствования он отказался. В результате происшествия пострадали два подростка 16 и 17 лет. С сотрясением мозга и закрытой черепно-мозговой травмой их доставили в больницу. По факту ДТП полицейские проводят проверку. Виновнику аварии грозит 15 суток ареста, лишение прав до 2 лет и штраф в 30 000 рублей.